Потому что полемика уже выходит на уровень Джо Байдена. Вот тот же глава меньшинства республиканцев в Сенате уже обратился напрямую к Джо Байдену, что необходимо предоставить ракеты типа «Атакмс» Украине. Байден пока что остается на своих позициях. Но я думаю, что это время скоро настанет, что ракеты будут все-таки предоставлены, и в какой-нибудь очередной контрнаступательной операции мы увидим их применение. Теперь сейчас чисто теоретически, ничего не утверждаю, не пытаюсь выведать какую-то тактически важную информацию, но все-таки просто несколько раз были свидетелями того, как звучали заявления о том, что, возможно, Украина получит то или иное вооружение, а оказывалось, что это вооружение уже находилось на территории Украины. Может ли так быть и с «Атакмс»? Чисто теоретически. Да, чисто теоретически такой вариант вполне может быть, что ракеты уже предоставлены, и, возможно, мы уже наблюдали какие-то удары, но не воспринимали их как удары, нанесенные именно этими ракетами. Может быть, ракетная дуэль уже потихонечку начинается.